Чарленька, привет! Пойдем в дозор. Вот у нас откуда солнышко встает. Сейчас будем делать дозор, обход территории. Какая здесь у нас красота. Кофе попили, посидели. Утро повстречали с Чарли. Витя еще спит. А тут у нас мы территорию убираем. Дрова всякие, опилки. Солнышко у нас встает как раз напротив зала. Там, где будет кухня, эркер. Здесь кухня будет. Правым бочком дом будет встречать солнышко. Это все под снос у нас, на дрова. На 5 лет хватит. Огрызков и обрубков. В этом году окна пленкой затянем. Просушим здание. Теперь уже можно сказать здание. Вчера собирала ягоды. Малинку. Посмотрим. Это у нас маленький кусочек леса. Так жалко с березами расставаться. Все вырубают, смотрю. Не знаю, что мы с них поимеем потом. А вот ягоды растут. Лесные разрослись, расползлись. Землянику вчера собрала. Варежки. Там малину Витя поднял повыше. Потому что усеяно все ягодами. Настолько, что малина вся легла. Вон что. Ягодищи. Как виноград, а не как малина. А за теплицей там еще густота такая, что не пролезешь.